Привет, я Бог. Сегодня мы будем заниматься восемь метров. Я Бог. Скажи потом, как оно? Из тыквы? Из брюквы? Говнище! Ничего хуже в своей жизни не пробовал. Так, лечите нос. Чувство. Рендер, я определенно настроена очень решительно. Понял? Нет. Походу въедешь. На, вот это тебе. Держи, партизан. Ты что такое хранишь тут дома? Ты что, я за террориста, причем зря арестуют нафиг. Не боись, цуцик, это духовое. Дядькина, но нам пригодится. Ну держите, говорят, нерешительный ты наш. Оружие для жизни не опасное, но, думаю, сработает. Да ну тебе, ты че, зачем мне все это? Я тебе скажу, хрендель, автолюбители окончательно оборзели, все мудаки. А мне нужно на работу попасть. Поможешь пробиться. Понял. Эй, Марсян, слушай, а у меня ведь тоже машина есть, я слушаю, чё, тоже мудак ты теперь, по-твоему, да? Не-не, Хрюндель, не переживай, когда ты не за рулем, ты нормальный чувак. А когда за? Ну как тебе сказать, Хрюндель, чтобы не обидеть? Пошли-пошли. Ну что, Хрюндель, бумажек достаточно наживал? Достаточно наживал, достаточно. Ну тогда вперед, давай пора, а то на работу опять опоздаю. А, где это я? Что со мной? Как меня... что это? Где я? Блин, кто... Декстер, извращенец хренов, ты что ли это... Пустите! Ой, гады! Я тебя сильно обожаю! А, где это? Что придумать? Да ничего, нормально. Да так, вот, писаю, как и вы.